нельзя отвалы перемешивать с углем. Иначе будет радиация, иначе они будут загорать. Если мы не затопим эти карьеры, это будет пожар мирового значения. Меня больше интересует другой момент. Знаете, с чем я столкнулась? Прямо вот начиная с ваших вот червяков. Вот поговорка, да, есть ему сын в глаза, ну все, божья роса. Вот как объяснить человеку, вот червяк, вот червяк. Он говорит, нет, его там нет. Нет, вы что, вы заблуждаетесь? Вот у нас анализы, они хорошие. Вот, самое главное, вот эта вот проблема. Как людей заставить, как их заставить видеть то, что есть на самом деле? Нужно думать. Мы тоже подумаем. Там, да, там на руках запятую каждую.